сколько она стоит в Дениде? На сколько вышло? Не знаю, ну там по цене вроде 37,90. Нет. Короче, не знаю, пятерочки. По акции вот такие вот жуки в дынях. Дыня твердая. Сладкая, но твердая. Ты выкинул жука уже, что ли? Так, сейчас на видео буду чистить дыню. Вон какая-то личинка. Вот, если ее видно. В общем, не советую дыню в пятерочке держать. Вон еще. Вот она вот. Видно? Дальше. Видимо, там еще жук сидит. Блять, чуть по руке не хуйнул. Ты хули как я. Тут, видимо, личинка была, я разрезал. Я, походу, дело с личинкой запеточил. Ну. Нормально? Съешь? Срежется. Съестся. Угу. Там вся вон, блин. Вон личинка. Ладно, не на весу буду делать. Вот тут, блин. Она вот в этом месте, где гнилье, по идее, она твердая. Вон и сколько, вон еще. Видно? А ты чек выкинул? Че сейчас скажет, я не знаю, где вы купили, скажет. Так если чек есть, хули в пятерочке же в чеке написано. Там, короче, до хрена, блин. Думаю, как твердая, блин. Это невидимо. Да чё, пусть кипит суп. Ну, чтоб там выкипело опять все. Там же на медленном газу. Это невидимо откуда-то со стороны хвоста залезли. Угу. Падлы. Придай хвост, да и все.
вообще половина. Простите, пожалуйста. Майя, дальше? Да. Правильно, нахуй, бросай. То дыня нахуй, то, блядь. Любая рот. Вот это нормально. Ну, тут видно он уже. Там вон личинка разрезанная уже. Чё съел? Там шляпа какая-то. Ты съел. Помою сейчас еще я. Сполосну. Тут там нападало. Вон еще личинка. Видно? Ну все, что ли, можешь переставать снимать.